я думаю, могла бы, так сказать... Вот эта вот комбинация вот этого звена. О, и удаление будет в составе нашей команды. Дженнер пострадал. Сейчас 5 минут можем получить. Вот да. Что делать. Вместо забитого гола можем получить 5 минут. Но пока 2 горит на табло, но это еще не факт далеко. Удар локтем. Все-таки удар в голову был, да? Ну, написано 2 минуты. Написано 2. Но если обойдется за 2, то хорошо. Хотя, конечно, очень обидно, что не забил Григоренко буквально перед этим. Ну, я не думаю, что это прямо удар. Так, что-то там еще не понравилось арбитру. Кого-то он отправляет со скамейки. Это уже канадцев. Пять минут. Пять минут у канадцев. 20-му номеру канадцев. Да, Дженнер. 20-му номеру канадцев. А ему-то за что? У него появилась кровь. Дженнер уходит. Это значит, что 5 минут подтверждены. Потому что он уходит до конца второго периода. Да, 5... Ну, да простят меня болельщики русские. Переживаю за команду нашу не меньше, чем любой из вас. Но, честно говоря, вот, наверное, мне просто сейчас... я не разобрал... А, вот за что! Вот за что! Да. Вот за что! Это понятно. Заколющий удар. До свидания, дорогой мой. Теперь мы все разобрались, конечно. Ну, тут надо отдать должное арбитрам. Могли бы не заметить. Да, Юр? Да, я думаю, да. Вот ты понимаешь, по моему разумению, 6-я бы шайба могла бы снять напряжение. Или нет?